Всем-всем привет, с вами Кейн и Краулер, и мы продолжаем играть в... Что мы продолжаем играть? Короче, игра, где мужик какой-то, эльфийк, там что-то спасает мир, как обычно. Меня чувака ограбили, кстати, у меня был наплечник, я помню, в ролике, когда я входил. Сейчас наплечник нет. И подожди, вон тот долбанный факел. Чем? Своим пальцем. Ну, я не из Леон, не Леон из Доты, поджигать пальцем ничего не умею, поэтому давай-ка ты мне скажи, где тут есть источник огня. А источник... У тебя взрывающиеся стрелы, поэтому сам как-то разули. А, не помогают они. Куда-то я прибежал. А, вот, загорелся, главное. А все равно не загорается. Так что пошли дальше. Что за место? Ты вверх по лестнице пошел или куда? А куда ты в бок пошел? Он с нами разговаривает? Да, со мной. На, не воспринимает всерьез. Он же шутит, ты знаешь. Чувак, шутит не шутит, но ему нужен некий лазурный свет. Началось. Представляем, почему, когда мы идем куда-нибудь, мы должны выполнить чей-то квест, а? Почему не можем раздать люлей просто? Почему мы должны выполнять всегда квесты говорящих стены? Вот это вот меня больше всего пугает. Ты уже не первый раз такое? Да. Игра, почему мы вторую игру, когда мы вдаем, проходим, здесь тоже есть говорящие стены, подземелья. Которые нам указывают, что нам надо делать, да, это самое страшное. И игра там какая-то несбалансированная, местами сложная, и вообще налево. Ты сундук открывал? Нет. А какая стена течет? А, вот он опять. О, блин, знаешь, он до нас ему тут губу разбил уже. Чувак, иди сюда. За мной гонится куча уродцев, я не хочу с ними драться. Где ты нашел их? Я сундук открыл. Ну и чё? Ага, увидел. Не на то активировал. Ну так тоже ничего вообще-то. А я могу ему глаза поджечь? Нет. Это не лазурный свет. Ну да, это не лазурный свет. Зажги лазурным. В чем твоя проблема? Мне кажется, надо поджечь все-таки эти фонарики, которые ты говорил. Ну да. Найди огонь только. Ну я нашел. Я поджег. Тайны подземелья. Блин, а как ты быстро бегаешь, да, там, на какую кнопку? На А, да? На А, да. И как ты рулишь? Никак. Каким ты пальцем вот нажимаешь, чтобы вот одновременно крутить эти триггеры? Как они называют? Стики, да? Проблема в том, что здесь не предусмотрено того, чтобы поворачивать во время быстрого бега. Она бежит тупо прямо, ее никак не торопить. Да, вот, я и говорю, неудобно управлять, двумя пальцами это делаю. То есть мы сейчас люлей дадим вот этой вот твари, которую выбили, да? Из трех здесь первый погребен, волшебная ключ скрывает он, четыре камня руны взять и снять могильную печать. Пошли камни искать, я нашел один камень. Чтобы увидеть чужую загадку. Да не хочу я на чужую загадку смотреть. Стоп, а что-то было? Стоп, ну и дела. Где дела? Стена. За ней что-то дует. Сейчас, подожди, он 10 секунд потужится, а потом плечо поменяет. Вот, хоп, и все. И я отодвинул вот этого. Чувак, там пол даже не гладкий, стены сбоку не гладкие. Как он это сделал, а? Лучше не спрашивай. Тебе не стоит это знать. Только штаны у тебя почему-то стали тяжелее. Штаны у меня тяжелее стали? Это что такое было? Оно нас убить должно было, да? Да, видимо. Или хотя бы ранить. Просто бежим, пофиг, там ловушки за это срабатывают. Я нашел еще камушек. Ну, молодец, ты вперед бежишь. А что там за огонь такой? Вот лазурное сияние, кстати. Огонь, говоришь? Не, я сейчас разозлюсь, чувак. Я же сейчас могу вдарить тебе. Ха-ха-ха.
знаешь, это спас тебя. Это было эпично. Когда меня за талию схватил? Да, когда он тебя хотел схватить. Слушай, ну я вроде поджег эту стрелу, но ничего не происходит. Только не говорите мне, что надо донести этот свет до туда. До куда? До него. Сомневаюсь. Ты вообще нафиг свет не нужен. Ну, камушки задвигались. Воу-воу, полегче, камушки, ага. Опять двери такие. Мне кажется, если бы эта игра была не на Unreal Engine 3, то на нее вообще можно было не смотреть. Кстати, нас заперли тут. А чё мне толкнуть изо всех сил? Ты эту дверь, что ли? Пробуй, чё говорить, поджечь? Это поджечь. Подожги, конечно. Ну поджог. Ты там сквозь стену проходишь, тебя стены избивают. Стены избивает. Это было эпично. Блин, я... Нет, там темно, ну нафиг. А вот здесь еще один камень. А вот здесь вот этот. Сундук. А там скелет где-то броет. Он рядом со мной, иди сюда, старик. Почему называют тебя стариком? Потому что на эльфийке билет 500, наверное. Но по человеческим меркам я старше. Та-та-ран-та-та-ран. Все понял, да? Чувак, я ушел во тьму. Нет, далеко я не ушел, просто в стену уперся и бежал, оказывается. Блин, 80 урона, но скорострельность малая. Да плевать. Да ну нафиг, выкинь это говно, блин. У того тоже был в начале лук там. Офигенная, блин. О, да, дамажа. Это реально говно. Мать. Ты чё мне толкнуть за всех сил? Сейчас тебя толкнуть за всех сил. Мы назад пришли же, да? Ты куда вообще пошел? Нет, там мы не были еще. Где мы не были? Здесь. Да, на, я эту стену толкал. Да? Изо всех сил. А чё тут скелеты тогда бегают? Ну, это они плодятся там. Двух одним ударом. Это было круто. Слушай, тут... По-моему, надо встать вот на эти херни. Сейчас встанем. Здесь одна, и где-то еще одна должна быть. Ну, упор лежа встань, там руками-ногами да, дотянешься. Нет, тут где-то она еще очень далеко. Вон, видишь, одна. Я встал на одну фигню, и у меня стрелы полетели, но почему-то они были слишком высоко для меня. Но меня не покоцали, на самом деле, маленько. А где вторая плита? Не знаю. Или это просто, типа, ловушка такая? Где ты вообще видел первую плиту? Ну, ты на ней стоял, как бы. Когда? Когда в тебя стрелы летали. Ну да, это ловушка. Ну и чё? Возвращаемся назад. У нас не все камни, кстати, до сих пор. Во. А, давай нет. Во, попробуй это сдвинуть, говорит. Да легко. Сейчас, подожди. Нет, размяться было. Я даже головой толкал сначала опять. К чему вот эта вот фигня, вот то, что он этот, а? И надо просто тыкать, он будет толкать. Я вот потыкал, отпустил кнопки, он пошел толкать. Че это было? Он подкачался, что ли? Тут еще одна ловушка. Окей. Ну я уж наступил, я уж словил свою порцию стрел. Молодец. Вот тут аптечка. А вот и камушек. Эй, она не полная. Опять этот... О, у него два топорика. Два топорика, оказывается. Ты его вырубил, что ли, уже? Правильно, руки. Мне интересно, что будет, если его заморожу. Погоди. Блин, я не попал под листья. Во. Он мне столько жизни сейчас снес. Готов. И, не говорите, что оружие сегодня не дропнулось. Сундук. Отстой, долбанный, отстой. С двумя топорами спрыгнул, ни одного топора нет. Что за звуки такие адские? А, не обращай внимания. А ты где вообще? Ну ты тыкни на этот, на стикер в середку. И найдешь меня.
Окей, а как ты попал? А вот, понял. Где ты был? Не спрашивай. Почему он не умирает? Ну, он же скач вообще, парень. Эй, тихо, ребята. Подустал я там что-то. Щит. Золото. О, я этот одел на себя. О, что-то нормальное. Что ты там надел? Я два сундука нашел. Отличник. Блин, система как в этом. Как бы это в Darks, там тоже был этот варвар, который находил время от времени эти, блин, броньки, одевался. Это было круто вообще. Почему я ничего не нахожу? Вот лук. Ну, молодец. Скорость большая, урона всего 16. У меня 23 урона, но скорость средняя. Давайте попробуем это. Плевать. Ну да, это прям автомат какой-то. В мире луков. Так, а как открыть? Кто-то тут кристальчик пропустил. Как открыть-то этот? О, 8 в запасе. Кристалл делится пополам? Да, у меня, нам что, опять у меня 7 в запасе. К стенке, нам... к стенке говорун вернуться? Ну, судя по всему, да. Не, подожди, была загадка-то. Ну, или вот эту штуку надо как-то открыть. Как открыть? Подожди, значит, надо куда-то вставлять эти камни. А, вот она. Вот, смотри, куда нам. Вот не дай бог сейчас ролик, я не возьму вот эти две этих. Что случилось? Мне ничего не идет, ни ролика, ничего. Я стою. Я тоже стою. Во. Ну, Кощей проснулся. А, он под гробом спал. Ой, да. Блин, ладно. Ты вообще четко выстегиваешь. Ну, здоровье у него дофига, на самом деле. Почему ты больше не падаешь? Кидай, кидай в меня. Блин, маны нет больше. Печаль, беда. Хедшоты тебе, чувак. Блин, он щитом блокирует, прикинь. Сейчас щит сломает. Да ломайся уже. Во, это что такое? А, нам 3 такие штуки надо. Блин, все интереснее, интереснее, знаешь, там камушки, теперь шарики, потом треугольнички. Так я хочу уже взять это. Находка, находка, отстой. А это? Находка, отстой. Почему все на тебя падает в последнее время? Не знаю. Так нечестно. Что мне вот дает ярость, а? Что дает мне ярость? Есть предположение, что скорость атаки. Нет? Не знаю. Ну и чё, куда нам теперь? Я вот ломаю взять, или нет, топор Оши, блин, и равнодушный крушитель. Урон от ярости 400, урон просрая атак 40. А здесь 26, 264. Но магический урон 58. А здесь 117. Я пошел к говорящей голове. Нам к ней ведь, да? Или нет? Ну, наверное. Фиг с простыми атаками, блядь. О-оу. Опять он. Удачи. Давай. У меня, кстати, маны нет, так что будем обычными. У меня 45 стрел, мне нужен колчан, срочно. Почему нету шара, сферы? А вот там что такое? У тебя как с жизнями? У меня полные. Во, колчаны, отлично. Так, а где башка-то? Башка, где жалый? Вот она. Одноглазая тварь. Попробуй огнем. А это что такое?
Ну и чё? Стрельнули в него. Идем. Мне кажется, надо наверх. Или ты опять хочешь стенки потолкать? Я вообще люблю. Я же как местный миш-маваш, только я вместо турников стен толкаю. Отлично, иди толкать стены. Да? Да, просто великолепно. Двигаться аж начинается, убегают. А, я смотри, у тебя на поясе две хилки вот этих белых светящихся, у меня на поясе одна. Вот как это, видимо, понимать. Круто. Ну, я не знаю, точнее все это так, потому что время от времени у меня их было две когда-то. Теперь одна. Вот так вот. Мы сейчас в нужное место бежим? Не знаю, у меня какая-то загрузка. Ожидаем другого игрока. 23 секунды. У меня почему-то пишется то, что... Вот, все, загрузилось вроде, да? Алло, ты тут? Да. Отлично. Не пугай меня так. А то заново с самого начала проходить эту главу снова я... Ну ты понял. Так, блин, а в этот раз они покруче. Человечье мясо, говорит, бей. Блин, он сейчас нехило долбанул этой. Чувак, у меня одна хилка, если что. Надеюсь, ты об этом помнишь. Сейчас раскидаем потихоньку. Не то, что они блокируют, это вообще не айс нисколько. Да, расслабься, я тут стою, просто его в спину расстреливаю. Правда, урона не очень много, конечно. Но... Блин, дай мне хоть один бутылек на ману, а? Ты бери. Да ты вот только что забрал, из нее выпал. Я ненадолго. Все потолкаю тут тоже. Лук. Скорость состояния у меня такой был. Отстой. Блин, ни одна шляпа падает. Почему я не могу сломать бочки? Здесь ты не можешь ломать бочки. Вот эта лечилка была, лежала. Вот возле меня. Не, лечилок у меня полных, мне это, на ману надо. Дождик. Я поднялся по лестнике наверх. Блин, ну вот почему Activision не может купить тот же Unreal Engine 3, чтобы на нем делать свои долбанные Call of Duty, а? Зачем? Ну вот ты видел это, как выглядит новый Call of Duty, да? Нет, я не слежу за этим говном вообще. Ну, в общем, они опять на старом движке делают эту игру, но уже на новое поколение консоли. И чё? Ну и то. Ну и опять в нее все будут играть, какая разница. Кто все? Так же они будут играть, тут те части играл, будут в эту играть. Короче, что, они теряют, что ли, много прям? Блин, эти чуваки не нравятся, они меня сносят дофига. Благодари бога, что я нашел одну хилку. Да, точно, на поезде это вот эти вот поднимал. Мне кажется, ты весь урон... который я стреляю в него, ты на себя его берешь, потому что ты стоишь сзади. Наверное. Сейчас будет эпик. О, лол. Ты это видел, нет? Ну, что-то такое я там видел. Эпичное добивание, типа. Сам хотел так Б нажать. Ну, я думал, перепрыгнет. Почему я не могу прыгнуть, а вот. Дайте мне бутыль на ману, люди. На, по-моему, сюда, смотри. Вон, возьми эту лечилку. Ты должен будешь меня лечить. Давай. Вон, я две. Могу, еще одну взять. Не, могу три взять. Что нам делать-то? Чувак, тут как бы много говнюков. Не камни вопрос. Хилкал на ману. Блин, хоть одну подобрал, ура. Такой большой, не можешь кусты помять. Золото. Где кто? С кем там сражаешься? О, какая трава. Это трава, да?
чувак. Кукуруза. Кинь меня. Летит. Должно долететь. Через некоторое время. Долетел. Лол. Ты сдохни, ты вот обязательно добивать тебя надо, блин, а? Добивать убого, блин. Здесь же нет шлёнки, да? Он не разрезает их там пополам. Хотя да игра нет, жестокая без того. Жестокая. Не, ну есть кровь, она да, по отношению к игроку очень жестоко. Особенно по отношению к тем, кто решит ее пройти в коопе. Я вообще говорю, что, блин, кровь же есть, да, там. Они же не целились в возрастные ограничения, правильно? Могли бы шлёнку сделать. Стреляем в спинки. А короче, достали они меня. Все, ну, вообще. Сдохнуть. Вообще круто. Но ты все равно сдох. Последняя хилка, больше нет. Иди вперед теперь ты. Да не бойся, я защищу тебя, чувак, от нее. Вообще красавец. Защитил. Ловлю спиной все эти. Хитиновый щит. Блин, а только хотел его спереть. Окей, ладно. Тебе нужен? Вот возьми нормальный тоже щит. Не, вот этого 200, у меня тоже 200. Кристаллы! Дайте мне взять кристаллы. Вот кристаллы, отлично. 9 в запасе. О, прокачка. Один на этих. Двоих, что ли? Ну да, как бы. А так бы кто-нибудь всегда один все спирал. Так, не хочу качать ледяные стрелы, я хочу качать вот это вот огненные. Мощная разрывная стрела. Эта стрела наносит еще больше урона по большей обширной площади. А, вниз, допустим. Дыхание дракона. Ты все, что ли, там покачался уже? Нет. Почему там не пишет то, что ждите, пока другой игрок не закончит? Ну ладно. Да, дыхание дракона, кстати, тоже хочу качать. Все. На, ну-ка. А как юзать дыхание? Вот оно. Что это было? Дыхание полетело. Блин, местные гранатки. Ты тебя на ману сейчас собираю, блин. Они автоматически юзаются, что ли? Он дай там... мне. Да, они автоматически юзаются. Давайте мало. Маны. Кряхтит от напряжения. Быстрее, говорит, да там она опустилась уже давно. И фиг вообще могла в эти прутья пролезть. Это что за полуробот? Наши. Говорит, наши. Слышь, у тебя какие-то эти там эльфы странные. Блин, я за хилкой пошел. Вот. Там разрулишь, да, все? Не уверен. А как эта штука работает? А вот. Я большой херач, который с страшными этими. А, там всех ты. Я потому что сейчас просто умираю где-то. Где? Где они? А, вот один. Недостаточно маны, да ладно. А, блин, вот отошел. Хотел стрельнуть обратно, но под стрелу подал. Я стою рядом с чуваком, думаю, что это ты, а это... Ну ты понял. А он тебя не трогает, да? Закончили стрелы, да ладно, чем теперь стрелять? Словами стреляй. Словами. А вот они спрыгивать стали. И это нифига не круто, чувак. Они мне нафиг не нужны. Чувак. Он их лечит. Я сейчас умру. Хиль меня. Быстрее, а пока ты... сам не сдох. А где? На Б, на Б. Жму на Б. Блин, как так? Ты чё? Только не говори, что у тебя не было мана. Было? И как тут часто были контрольные точки последний раз? Вроде бы довольно близко, да? А, можно еще качнуть.
Нам заново надо качать. Чувак. Блин, там этот он. Нафиг я не буду качать дыхание дракона, или как он назывался, полный отстой. Я тоже не буду. Я лучше качаю. Я вот на атаке буду дальше качать, наверное. Поднимает врагов в воздух, усилий дальше. Огненные стрелы, самое пока крутое, что было тут. Волшебный, волшебный взрыв еще, ладно, так и быть. Ладно, вот это сделаем. Я готов. Самое забавное то, что тут эта эльфийка изображена с длинными волосами. Глянем вот на эту картинку. Какую картинку? Ну, которая была во время прокачки. Там у нее длинные волосы такие. А здесь короткие в игре. Ну, там давно фоткалось просто. Мана. Мана. И вторую спер. Окей. Так, ролик видели уже. Ай-ай-ай-ай-ай. По-моему, там все нормально так порешало, да? Ты там разруливаешься. Да. Ой, я вот это что-то было мимо. Ну ладно. Я еще хилок тебе наберу тут, чтобы ты тут воевал. Нет, только три максимум можно, короче, носить с собой. Скорость маленькая. Так, где эти уродцы? Блин, в прошлый раз же я мог выхилиться. Печаль, беда. Да ладно, ты выжил? Ты выжил? Да. А теперь нет. Эллара. Блин, и маны нет, да? И опять маны нет, окей. Кидай. Последний осталось. Я сейчас лечилку возьму. Да блин, из-за того, что ты толкаешь их, я не могу попасть. Да, шо. Да блин, не успел мне стрельнуть. Он делает? Пьет воду. Лол, а это что такое? Не думаю, что это хорошее что-то значит. Да, уж это точно ничего хорошего. Блин, а вот не добьешь их, они же встают, твари, потом. Он не стыканный, блин, стрелами. Стрелы кончились. Оу. А вот и он, кстати, этот говнюк. Дайте мне стрелу, да. Где стрела? Тут есть стрел где-нибудь? Я же без стрел вообще как знаю что. А, во-во, стрел нашел наконец-таки. А у тебя есть еще лечилка? Последняя, лови. У тебя своих хилок больше нет, что ли? Мне кажется, этого гада надо валить, он очень сильно дамажит. И куда он делся? Вон он. Он такой косой, ты даже не представляешь. Ура. Давай вырвем у него сердце. Просто долго сели под землей и стали сильнее. Чё за нолик? Ты что-то нолик. Ты сейчас видишь, да, там?
Да, а да, может, да. Череп взял этого мертвого. Нормально у него такие ноги. Вообще. Просто воды получится. Что это такое? Раскаленное олово? Да, свинец. Хорошо не показать, как вода выходит еще. Вот как эти уродцы получились. Точно, какого-то металла такие выпили, знаешь. Ну, свинец там просто был. А где его королева? Вот она, видел? Во имя творения это было. Окей. Перевод на 5 с плюсом. Стрелы мне дал. А вот эта тварь, которому снился. Наркоманка, смотри, в глазах, да и кожа бледная. Хотя, может, эльфийка, да, тоже. Волос не видно, ушей не видно за волосами. Нет, тьма во рту, зубов нет. And I trust him more than you. My father knows little of the ways of magic, and he deems anything that he does not understand as evil. Это вот это его дочь? What I'm saying is that if you find yourself overpowered, that liquid just may save your life. Regardless of whether or not you choose to cleanse the power, даже есть. Со стразами. Ужасная касцена. Она еще продолжается. Как и все остальные. Вход подземелье, тяга. Только вход еще подземелье, куда мы шли. Хочешь жить вечно? На, получил ачивку и опыт. Без рассудства. Да как он там взял с готики и там в расщельну прыгаешь? Я не помню. Я помню, где это момент. Он один раз был только. Там с... Опыта дают 100 единиц, а, да? А второй раз там что-то 10 опыта дают, там, потому что за дебилизм, что ли, что-то такое там. За глупость, что ли, там второй раз уже как прыгаешь. Не знаю, я второй раз не прыгал. Вот, по-моему, на этом в ночь ворона была добавлена эта хрень. Да. Они прыгнули он туда. Там же воды нету. Все валяются, там ноги переломаны, да? Не, знаешь, эльфика нормально. Че, говоришь, хочешь жить вечно, да? Пошли, прыгнем. Чувак. Глава вторая, ё-моё, наконец. Вот и ты, наконец-то. Да че у них там за подошву-то, блин, а? Как они не сдохли-то, а? Смотри вверх, я не вижу верха даже. Не, я вижу, но, блин, как они сдохли, это, конечно, интересно просто. Я не вижу, вот краешка, не вижу, чтобы это было. А думаю, на этом завершим эту серию, да? Да, вот на этом. Твою мать, твари. В общем, что в общем, не забываем ставить лайки, комментировать, подписываться и все такое. Да. Всем удачи и пока.